сегодня с вами Вакут, и мы играем... Блин, пацаны, я забыл, как она называется. Не, серьезно, без шуток. Empyrean, что-то там, Galaxy... Что-то, типа, Survival... Да, Empyrean Galaxy Survival. И у нас сейчас супер большая проблема. Нам нужно жрать. А жрать нечего. Нужно добыть жрачку по шурику. Просто как боженька, быстренько. Так, как там? Одно мясо. Да ты просто... Бурзели. Ладно, неважно, сейчас мы все это сделаем. Давайте по шурику сделаем себе колбасюнечку. Или лучше не колбасюнечку, а что-то другое. Давайте подумаем. Ой, боже, опять упал, черт возьми. Так, сюда, быстрее. И отбивная стейка. О, у нас хлебушек есть, зачем я парился, если у нас есть хлебушек? У нас есть, да, много хлебушка есть у нас. У нас много хлебушек. А зачем я тогда столько парился? Зачем я мучился? Зачем я страдал? Скажите мне, зачем? Зачем? Ладно, давайте все положим тогда это все в холодильничек, чтобы не пропало. Чтобы наша еда оставалась свежей и здоровой, как я. Ладно, я не свежий и не здоровый. Ну нет, в принципе, я здоровый. Не могу сказать, что я прям очень больной, но и здоровым меня тоже назвать нельзя, там сколиоз, все дела, но сколиоз сейчас у всех, в принципе, это тоже не так важно. Так, вот наш корабль, который мы сделали в прошлой серии, или не сделали, я не знаю, но он, в принципе, уже летает, но мало, и слабо, и не так, как бы я хотел, поэтому это еще не конец. Я думаю, что мы вот уже в этой серии закончим и, возможно, в этой серии уж даже улетим с этой богом забытой планеты. Но для этого нам нужно еще куча барахла, которую я не знаю даже как создать, потому что я не знаю, где брать для него ресурсы. Сейчас мы будем что-то придумывать. Так, во-первых, я уж забыл, что нам нужно. Без шуток, я забыл. Во-первых, кажется, нам нужно еще один... Ладно, давайте пойдем посмотрим, потому что вот это все искать, не интересно. Так, два вверх, у нас есть назад. О, воздух и водичка. Давайте, раз мы все равно уже здесь, почему бы... Ой, не туда. Как это все сделать? Контрол. Да не туда ж ты. Ах ты ж бык. Ладно. Ты думаешь, ты меня перебычишь? Не перебычишь. Вако, ты еще никто не перебычил. Ну, кроме... Ладно, все-таки перебычивали меня. Ничего страшного. Так, теперь я уже забыл, как... Джей, да? Опа, мы залетели внутрь. У нас есть тут реакторы. Давайте мы все это... Опа, вот так работает все. Так, теперь нам нужно... Так, мы забыли посчитать, в принципе, потому что я что-то задумался. Так. Ну что ж, спустя немножко боли и плача, я все-таки вернулся сюда. Так, у нас есть вправо один, влево один. Два вверх и два вниз, по идее, я не уверен. Ну, кажется, были. Мы же их ставили. В принципе, у нас все есть. Пулеметы есть. Что нам еще нужно? Нужно. Возможно, ничего. Ну, может быть, доделать эстетический вид данного агрегата, потому что он выглядит довольно стремновато. Ну, ладно, давайте попробуем тогда, чтобы не бегать вниз. Поставим его вот здесь. И отключаем. Так, ну что ж, давайте. У нас даже немножко ресурсиков есть, чтобы их туда поставить. Правда, почему-то после предпоследнего обновления игра почему-то для меня начала немножко глючить. Я не знаю, может, так задумано, может, такой хитрый план. А, нам нужны эти. Я вспомнил, что нам нужно так сильно. Нам нужны RCS-ы. Или как они у нас по-настоящему должны были бы называться? Радар декоративный. Такого вроде не было раньше. Ну, я не знаю, может быть, я ошибся. Что это? Small Constructor. Нужен ли нам конструктор? Непонятно. Фридж.
Вот фридж, наверное, нужно бы поставить. Потому что все-таки еда – это полезная штука, как-никак. Как бы вы ни говорили, что это все фигня, вы не правы. И я знаю, что вы этого не говорили, просто если я говорю, что типа вы так говорили, это типа я такой правильный, а вы нет. Так вот, о чем это я? Мы. Что мне нужно построить? Генератор воздуха, да? Где там для воздуха это хорошая штука для маленьких аппаратиков? Где ты, черт возьми? Вот он. Oxygen Station. Есть. И Oxygen Tank. Тоже все будет сейчас. Это мы куда-нибудь забабахаем. Также можно как бы констрактор сделать. Но я в принципе думаю, что его-то нам в принципе это и не нужно. Лучше сейчас сделать маленький гироскоп чулечку. Где там наш гироскоп чулечка? Вот наш гироскоп чулечка. Стоп. Зелененький нужен, да? Но нам для него нужны metal plate. Слава богу, что они у нас есть. Какая удача. Одного, я думаю, нам хватит. Или не хватит. Или давайте назовем еще одного. Нет, давайте все-таки пока остановимся на том, что есть. Так, давайте пока выйдем 8. Нет, это не очень круто. Не очень круто. Нет, нет. Вот так. Но это тоже не очень круто, потому что оно получается довольно грустно. Куда бы тебя присобачить-то? Вот сюда тебя присобачу. Но сначала нужно гироскоп присобачить. Ладно. Все через жопоньку. Все через жопоньку, товарищи. Все через жопоньку. Одно место это наше все, ребятки. Одно место это мы. Так, 6, вуаля, поставили, и теперь можно генератор воздуха поставить сюда, есть, генератор воздуха стоит, вот этот прожектор мне как на самом деле не очень нравится, но я просто не знаю, куда его еще можно впихнуть, поэтому пусть хоть так, кто он совсем грустненький, как он, к вам не кажется, ну совсем грустненький. Один. Ну, совсем, он туда не идет, ну, не вписывается. Вообще в атмосферу не вписывается. Ну, видать, что есть. Вот так вот. Угу. Давайте, чтобы было все красиво, сделаем вот так. О, я придумал. Вот так можно будет сделать. Тут такое же не выйдет, но нам еще нужно в тебе впихнуть генератор этих. Еще как-то туда залезть. Было бы тоже не очень-то и плохо. Опа! Залезли. Да, с воздухом у него небольшие проблемы. Но зато с другой стороны все хорошо. Так, что там у нас еще лишние блоки оставались вроде вот такие вот. Давайте мы, чтобы не оставлять зря блоки, заставим их работать на нас. Потому что, в принципе, с такой стороны не особо видно, куда этот блок повернут, а да, хотя бы выглядит более-менее красиво. Так, вот. Так, вот так вот. И теперь это уже более-менее смахивает на кораблик. Довольно грустный кораблик, но кораблик. Так, ну я думаю, знаете что, ребятки, мы это уже будем достраивать потом. А пока можно забабахать побольше топлива. И попробовать выйти на орбиту. Как вам такая идея? Давайте пока поставим производиться всяких блоков. Ну, подождите, у меня что-то появилось. Нет, ничего не появилось. 10. Теперь поставим вот это.
Всего, что можно произвести, произведем. Ну что ж, а пока поехали. Попробуем взлететь. Первый полет. Летим. Даже забыл, как убрать интерфейс. Как убрать интерфейс, твою мать? Как убрать интерфейс? Все, я вспомнил F9, и это немного неплохо. Мы сейчас типа вылетаем. Крутенько, мы вылетели. Только не знаю, мы улетели, не улетели пока. Давайте посмотрим на интерфейс. Гравитация пока есть, значит, мы еще в зоне действия этой гравитации. Это плохо, потому что это неплохо. То есть, чей-то плохо. Ну, неважно. Так, все, гравитации больше нет. Мы можем спокойно остановиться и посмотреть на наш кораблик уже, как говорится, в открытом космосе. Вуаля. Как по мне, очень даже симпатично. Правда, нужно доделать его, и будет вообще бомба. Ну что ж, а сейчас, куда бы нам полететь? Давайте посмотрим. У нас есть наша планета, на которой мы были. И у нас есть какие-то одна... Еще одна планета. Странно. Вроде должно было быть три планеты, если не ошибаюсь. Ну что ж, давайте попробуем испробовать свою судьбу. О! Астероидный пояс. Говорили, что там какие-то очень опасные враги. Я не боюсь опасных врагов. У меня есть пулеметы. Я думаю, это очень... Стоп, не понял. Раз, два, три. А это что еще за чертовщина? Что это за дрянь? Вот это поворот, ребята. Четвертая планета. Какая, мать его, четвертая планета? Это спутник? Это как Луна. Сейчас узнаем. Так. И... Гравитация. 4.1. Сейчас заходим. Заходим, залетаем. Вау. И что это такое? Что ли, темновато, я вам скажу здесь. Очень даже темновато. И пусто. Очень пусто. Что-то здесь не то. Ничего нет, даже атмосферы нет. Но картинка шикарная. Интересно. Давайте же посмотрим, что это такое. Это явно какая-то луна. Хм,
И ничего на ней нет. Заметьте, совсем ничего. Ни живности, ни растительности. Давайте попробуем что-нибудь побурить. А, это не бур, это же не бур, конечно. Вот бур. 4. Должно же быть, что хоть что-то. Ничего нет. Совсем ничего нет. Ребята, это странно. Это очень странно. Я даже не знаю. Я даже в летсплеях других игроков не видел этой планеты ни разу. Почему? Почему? Что это такое? Какие-то демоны? Не ясно. Не ясно. Ладно, давайте попробуем сейчас зарядиться воздухом. Отлично. И можем попробовать полететь по планете, поискать, может, что-то найдем. Так, тут у нас, я так понял, не пройти, не пройти, не проехать. Блин, странно, ребятки, странно. Очень странно. Ладно, пока вылетаем и летим в свет. Ну что ж, на этом, я думаю, будем с вами заканчивать. Серия получилась очень маленькая и очень скучной, но это только разминка, потому что в следующей серии мы отправимся на другие планеты, например, лавовую или снежную. Я еще не решил, поэтому пишите в комментариях, какую бы вы хотели увидеть следующую. На этом с вами был Влакот, ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь на канал, заходите в группу ВКонтакте. И это что? Что еще? Всем удачи и адиос, ребятки, адиос.